вечер, Evil Boy 3. Начнем с песенку про наркотики. Котики, 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 котики. Is anybody home? Is anybody home? Is anybody home? Hey, 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 hey. Is anybody home? Water.
основном молодых мужчин погибают в Российской Федерации от героина каждый год. Еще одно слово. Девчонка просила самого Джона Бон Джови. Что уж говорить о нас, простых пацанах. She said, baby, our love is like your songs. Be and bang, the bullets are all wrong. Time to pack my bags, time to just move on. She said, Johnny, I'm gone, gone, gone. Yeah.
уже нету. Это все, о чем я могу сказать вам наверняка. Никогда не будь ни в чем слишком уверенным. Никогда, никогда, никогда не говори мне так. Оно и будет, и наверняка. Прошу тебя, прошу, прошу, верь, чувствуй и верь всем своим духом и плотью, верь, 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 верь. Победу над своим роком, победу над рэпом, гранжем и R&B. И над мечом. Сначала нас сажают в клетки, и нам это нравится, потом мы от этого начинаем злиться, сами не понимая на кого. Но рок, он же вату, он же космет, он же бог, не был и никогда никому не будет добрый. Thank you.
знаю, у кого в сне уложится во формат вселенского зла. Я предлагаю спеть еще вам про погибшую девочку. Но вряд ли это позволит наш организатор, поэтому в следующий раз мы вам споем русскую версию легендарного Death Metal Blues Sommerhauser. Next time. Похлопайте нам на прощание, сделайте громкий шум.